Привет, народ! И что-то мы давно не играли в Assassin's Creed. И здесь, о чудо, меня недавно спрашивали, даже вчера, когда это DLC вышло, а я, блин, не знал. Я знаете, как узнал про DLC «Последний Махараджа»? Что оно выходит? Я знал, что оно будет существовать когда-то, но выпустили его только 1 марта. Черт возьми, меня сейчас повозка задавит, дайте отойду хотя бы. Так вот, как я о нем узнал? Имейл от Ubisoft, спасибо, Ubisoft, вы лучшие, жду вашу игру Division. Если меня смотрят... Блин, меня вряд ли кто-то смотрит из Ubisoft, но я их обниму, ребята. Я люблю Ubisoft! Обожаю Ubisoft. Не, ну потому что их игры не идеальны, но хотя бы есть что, есть во что сыграть, в отличие от других разрабов. Ладно. Ладно. Приступим к игре. Ребята, что-то мы давно в Ассасина не играли. О чем DLC? О последнем Махарадже, реальном последнем Махарадже Королевства Сингхов. И который, конечно же, сфейлился, но мы должны попытаться ему помочь. Это история, это не спойлер, это чисто историческая. Факт, он сфейлился, и Индия перестала быть королевством, по-моему. Генри Грин попросил Джейкоба и Иви Фрай встретиться с ним на приеме в садах Букингемского дворца. На приеме ассасины стали свидетелями разговора. Ребят, доля сарказма, она нужна. В котором Генри упрекает Далипа Син... Можем звать его Данила Синс, например. Данила Син... Данилу Синса. Его Данилой буду звать. В отсутствии преданности народу Индии. Что же... Ну, а знаете, почему он его упрекает? Потому что он сбежал. Потому что он в 11 лет отказался от престола, сбежал в Англию, а потом подрос и сказал, что «Ребятки, а давайте революцию замутим, что-то вот я править захотел». Вот примерно так и было, я немножко ознакомился просто с историей. Видите, ребят, Евгений растет, он мозг развивает свой. На самом деле Assassin's Creed развивает мозги. Хотя нет, мозги он не развивает, он развивает связи между синапсами в мозге, если быть совсем точным. Я же все-таки изучал это. Пару лет назад. Вы не смогли решить проблемы Индии через парламент. Этого мало. Я не собираюсь рисковать расположением королевы ради вашего крестового похода. Как же так? Вы часть Индии. Не надо играть благородного иностранца. Я не намерен больше выслушивать эту чушь. Видела бы вас мать. Последний махараджа Панджаба блаженствует в золотой клетке. Как вы смеете? Как смейте делать такую низкополигональную бороду самому Махараджа. Даже у его слуги борода будет покруче. Я всегда говорил, вспомнить мать собеседника – отличная идея. Не поможет своему народу, будет жалеть вечно. Мы можем помочь. Может, вы поговорите с ним? Хорошо, Генри. Генри, а ты кольцо туда вставил? Их обычно на пальцы носят. А чёрт, контроллер уронил! Ладно, пошли с Генри. Найдите Данилу. Кстати, игру немножечко оптимизировали, даже довольно сильно. То есть теперь здесь ровно 30 FPS, и графоний как будто бы стал чутка получше. Но я думаю, Данилу мы бы нашли без орлиного зрения его. А, нет, он не в общей толпе, он грустит. Видимо, он осознает, что он чмо. К сожалению. Если, грубо говоря, он чмо. Ну ладно. Не хочу последнего Махараджу. Извините, но обижать. Гости. Мне кажется, ему все равно. Хотя нет, смотрите, как голову высоко задрал петух. Я полагаю, вас прислал мистер Грин. Упомянуть в беседе вашу мать. Это бестактность. Он был неправ. Мы хотим исправить ситуацию. Ну что же, тогда давайте постреляем. Все эти люди совершенно не умеют развлекаться. Мне так скучно. Постреляем? Синг, а вы совсем не изменились. Это кто? Элсворт? Боже мой. Сергей Зверев. Реально Зверев. Ты подстригся немножечко. Родина была добра к вам. Джейкоб и Иви Фрай. Это Бринли Элсворт. Друг из прошлой жизни. Вижу у вас новые друзья. Что привело вас в эту часть империи? К сожалению, дела компании. Но я не мог упустить возможность еще раз увидеть вас. Столько времени прошло. Я слышал, по части приемов моему дражайшему другу нет равных.
И теперь мечтаю проверить, насколько правдивы эти слухи. Он похож на Сергея Зверева. Знаете, где в последний раз видел Сергея Зверева? Томас, в клипе «Жигурды». Амен, Жигурда, амен! Наберите как можно больше очков, стреляя по бутылкам. Каждая бутылка — одно очко. У вас есть 30 секунд. Удачи! Боже, как звук резко прыгнул в мое правое ухо. Ладно, целиться. Время пошло. Черт возьми, я забыл, что я играю на контроллере. Правда, здесь поблажка дается. Не знаю, мы собьем 9 бутылок на контроллере. Ребят, как вы думаете? Мне кажется, да. Здесь бутылки нет. Блин, там людей мог застрелить. Великолепно! 9 очков! 9 из 9! Very good! Это слишком просто. Дайте нам меньше времени. Не надо, я на контроллере. Начинаем второй раунд. Постарайтесь повторить все то же, уложившись в 20 секунд. Время пошло. Окей, босс, I will do that. Ну что здесь, там тоже бутылка есть, ребят, я же вижу. Это уже тяжело. Очков. Достойная попытка. Блин, я с этим играю. Я помню вас с рогаткой. Посмотрим, как вы умеете обращаться. Даже с не с Xbox-овским. Я с этим играю. Мне позвольте удобно. Мне. Бум, бум, бум. Я трепещу. Вижу, слухи не врут. Что такое? Сэр, похоже, был второй выстрел. Он прав. Скорее всего, второй выстрел. Странно. И правда странно. Я разберусь. Походу, кто-то уверен, решил пошутить. Серьезного. Забудьте. Может, у меня две пульки попало в ствол? Ну, чисто случайно. Да, выстрел. Думаете, дело серьезное? Скорее всего, это было эхо, не волнуйтесь. Что-то не похоже было. Я четко слышал два выстрела, ребят. Вы тоже, да? Так, хорошо. Тут давайте со всеми поговорим, может кто-то Томас. Посмотрим, может ты что-то слышал. Я этим давно занимаюсь и знаю разницу между одним выстрелом и двумя. Их определенно было два. Но у меня есть уши, если быть совсем честным. Второй выстрел? Я ничего не слышал. Тут никого не было. Зачем приносить оружие на прием? Ну, я, например, ношу оружие на прием. Почему? Потому что я ассасин! Письмо. Второй выстрел? Это, кстати, я думаю, это не в него ли могли как бы стрельнуть? Вы не думаете, ребята? О, кажется. Что-то есть. Не, в тупик. Ничего. Постойте. Нет, тут пульки не будет, нет? Нет. Просто пытаюсь как бы... понять, откуда мог быть... второй выстрел, может быть, откуда-то отсюда? Может, из этого домика? Может быть, эти люди что-то знают? Нет, эти люди кажутся мне совершенно безмятежными и тупыми. Ладно. Просто ведешь куда-то второй выстрел. А, вот, все, нашел, за деревом. Кто-то стрелял по нему? Ствол еще горячий. Мне кажется, кто-то пытался застрелить Махараджу. Ну, очень похоже на то. Явно и по мишеням стреляли. О чем это вы? В этих садах оружие запрещено. Пока что подозрительным кажется мне тот Сергей Зверев. Передо мной стоял человек с оружием. Я решила, так и задумано.
Сами знаете, королевские особы все с причудами. Так, это кто же был? Секретный пистолет? От этого принца много проблем. Лучше бы ему замолчать. Убить! Ну ты меня поплачешь! Ты тоже замолчишь. Да слышишь, ну ты поплачешься, петух. Свяжите ему шею! Получай комбо! Кстати, странно, что я дерусь с женщиной в платье, мне некомфортно. Ну ладно. Телохранитель убит, а? Найди стрелка. Блин, надо было за стрелком бежать. Кого хрен мы с телохранителями дрались? Надо было и в тебя пулю всадить. Ай, ай-яй-яй! Раньше снова выстрел, кстати, убивал других ассасинов. Это был вообще читерский прием. Эмблема остановилась в компании. В кармане лежит кольцо тамплиера. Так. Тут не обошлось без тамплиера. Ну, как обычно. Тамплиеры! Мои сладкие. Надеюсь, вам все нравится. Ну, кроме тамплиеров. Второй выстрел. Говорю уже, я больше не хочу об этом слышать. Мне нужно вернуться к... Тамплиеры! Расскажите о своей жизни тут. Сколько времени прошло? Вы избегаете. Простите, ваше высочество. Черт возьми, ни Данила, ни Серега не хотят ничего решать. Черт возьми. Ты не хочешь слушать? Пойду к Генри. Че твои аристократы ничего не хотят, так жировать на деньги своих подписчиков? Ребят, ставим лайк, если вам нравится Сергей Зверев и Данил. Или не нравится, неважно, главное лайк поставить. Не только мы добиваемся внимания, Сингха. Да, что, многие другие тоже. Остинская компания опять взяла за свое? Очень вряд ли. Скажем так, не только они. А Сингх решил умыть руки. Тамплиеры? Не может быть. Если так пойдет, он ничего не успеет сделать. Нужно убедить его поверить нам. Встретимся в моей лавке. У меня есть кое-что полезное. Ладно, я пока с капюшоном похожу, ну лучше царина. Максимум очков немножечко не... Оценить воспоминания, давайте 5 из 5. Тень ауте тень! А куда ты прячешь цилиндр? Вот куда? Куда ты его засошишь? Вот давайте посмотрим. Да как? Во-первых, смотрите, он прячет... Он, по-моему, я не знаю, он в трусы себе его прячет. А достает он вообще откуда-то из... Ладно. Извините, просто я что-то заинтересовался. Тем, как работает местная схема. Кстати, ребят, DLC у меня сразу не запустилось. Я долго возился, чтобы его запустить. В итоге все, что нужно было сделать, перезагрузить консоль. К тому же я потерял прогресс по заданиям «Ужасное преступление». И я совершенно не понимаю, почему. Так что да, игра немножко глючновата местами. Я вот просто потерял прогресс. То есть вообще без видимой на то причины. Я зашел в игру, по-моему, после какого-то нескольких месяцев отсутствия. И увидел, что у меня прогресс потерян. Меня это сильно расстроило. Достижения остались почему-то... Не, даже статистика исчезла. Но достижения при этом остались. Так что... Ubisoft, где мои... Где? Причем ведь не все сохранение попортилось, а только эта инфа. Ubisoft, где? Около 75 тысяч... 5000 года до нашей эры Юнона, Юпитер и Минерва терпят неудачу, пытаясь защитить Землю от мощнейшей солнечной вспышки, которая и, собственно говоря, сделала плохо всем. Как же мне нравится, ребят, что у меня сейчас есть розетки на столе. Раньше очень мучился, то есть зарядить надо было что-то, там телефон, планшет, и... Ну, планшет мне подарили недавно, его теперь тоже надо заряжать, поэтому... Было неудобно лазить под стол и прочее. А сейчас розеток норм. Мне, кстати, одной все равно не хватает. В 19 веке лондонские реки оказались застроены. Вестбурн, к примеру, была направлена под землю, где остается по сей день. Наглухо закрытый металлический сток для ее вод. Можно увидеть непонятно где. Ладно. Приступим к процессу. Что же, мы пришли. Информация перехвачена. На самом деле уровень рекомендуемый очень низкий. У меня 10. Я, когда играл в игру, я вообще вначале проводил доп. Задания по своему образу и подобию. И... Только потом... Блин, что они сделали? Как-то налепили растянутую картинку.
с поездом. Не знаю, наверное, кто-то из разработчиков решил пофоткаться на выставке раритета и такой, знаете, в своем своей старой куртке. Не знаю. Чтобы убедить Данила в том, насколько он важен для будущего Индии, Генри попросил ассасинов доказать, что кто-то перехватывает письма Данилы. Иви и Джейкоб Фрай должны найти украденные письма и вернуть их Махараджи. А тут есть какой-то бонус за полную... А в полную синхронизацию что входит, простите? Могли бы говорить заранее, почему нужно... Делать из этого такой большой-большой секрет. Погнали. Отлично, вы здесь. Отлично, и можно я узнаю вообще ради чего все это? Видимо, не можно. Достаньте экипаж к месту засады. Пожалуйста, скажите мне... А, ладно, короче, забьем на доп. Условия. Если мне их покажут, то покажут. А раньше ассасины был лучше. Первый раз проблемы с устинской компанией. Пару лет назад они удерживали его мать и перехватывали все его письма. Похоже, ситуация повторяется. Пошла. Его письма снова не доходят до адресата. У меня есть расписание почтового курьера. Есть два отдельных маршрута. Первый – почтовый экипаж. Второй – поезд. Если устроить засаду, можно перехватить письма. Возможно, тогда он передумает. Начнем с экипажа. Заблокируем дорогу. И да, знаю, голос Эдсо Аудиторе Деференце. Привет, ребятки. Экипаж вот-вот появится. Соберите союзников. Я побуду тут. Союзников? Ладно. Сейчас. А вот грачи. За мной. Вот и доп. Задание. Быстрее вербуем их, только их надо найти. Они на крыше, что их? Где они? Почему мой вербовочный центр работает над из рук? Он плохо. Вербовочный центр Assassin's End Company. Best вербовочный центр in везде. Меня капитаном, кстати, обозвали. Мне нравится. И? Ничего я тебе не скажу! Не успеем нанять его! Фу, последние секунды, ребят. Успели. Вот что называется мощь и сила ассасина. Они в нашу сторону. Отлично. За Генри. Понятно. Я понял. Ясно. Грачики. Так, хорошо, нужно проверить почту Данила. Может быть, ему на Фейсбуке спам шлют. Остановите экипаж. Это было глупо. Это Блиер же экипаж захватывает. Порвать на куски! Как видите, справиться с ними слишком легко, даже с магистрами. Ну, для меня теперь легко. Разойтись, Перезарядимся. У меня, по-моему, лучший пистолет, кстати, который в игре доступен. Да. Крысы его сожрут быстрее, чем Бобби подберут. Бобби — это полицейский, если что. Так, хорошо, украсть. Что у нас здесь? Есть. Повторим то же самое с поездом. Я вернусь в лавку и приглашу мистера Сингха на чашечку чая. Ок. И будем, видимо, его шантажировать. Его же письма. А покиньте область за... А, хорошо. Покиньте область, доберитесь. Не, да уйди ты, конь. Уйди, обоссанный.
Кстати, эти улицы, некоторые из них похожи. Я как гулял по Саутворку, я не знаю, почему его Саутварк здесь перевели, на самом деле Саутворк. И когда я там гулял, просто я был, кстати, на презентации Assassin's Creed. Ну, не презентация, а закрытый бете, так сказать, на которую рассылали приглашение. Мне друг передал, ну, одногруппник передал приглашение, которое было его брату, но брат пойти не смог. И одногруппник у меня тоже пойти не смог, потому что, ну... Дела делишки, а у меня как раз таки там мне повезло, что я смог пойти, я пошел, и довольно интересный район, там практически очень много вот тут того, таких вот кирпичных зданий до сих пор стоит, почти все сундуки вайтщепла я собрал, о да, последний сундук, по сути, если я соберу все сундуки, это мне ничего не даст, кроме хорошей статистики, эту игру, кстати, довольно неплохо, довольно неплохо ее, ну, как бы, окучил, прошел. Я почти полностью все добил в игре, все допы какие были. Что же, мы пришли, ребята. Поезд придет в любой момент, нужно подкрепление. Как сегодня дела? Всегда. Будьте грачи. А почему у меня уже есть грачи? Почему мне не засчитывают то, что у меня, как бы, уже тут довольно неплохая команда? Причем проверено грачей, с которыми я... Это все. Сегодня тебе повезло. Вот нужно вербовать именно тех самых грачей. А, в этом прикол. Что нового? Отлично. Осталось подождать, и мы сможем приступить к заданию. Погнали. Письма в этом поезде. Поезд едет. Ясно. Как же я обожаю ограбление поездов, ребята. Правда, поезд уже никак не проедет. Тормозим. Шеф разозлится, если... Не дайте сбежать. Он здесь. Я не грызен, я даже не прячусь. Вижу его. Придется постараться. Совсем не справится. А если не то нажал? Порежу на части. Да, Евген, который путает кнопки. Возьмем измором! Что-то я хотел, я знал, что они подойдут сзади, но я думал, у меня есть еще секунда делать хэдшотик. Ну или комбо. Кстати, женщин-солдат в этой игре просто дофига. А выглядит так, там пьяно, может, там болеет чем-то. Я уже больного человека тут убил. Вот ты застрял в позе летучей. Он застрял в позе летающего Джейсона Стэттема. Или Хитмана. Чертово наведение. За тебя потратил все чертовы ножи. Ненавижу. Ладно. Это я так. Побомбить что-то захотел. Я думаю, почта должна быть где-то в последнем вагоне. Ну, вернее, нужная нам почта. Учитывая, что здесь офицеры 10-го левела. Кстати, приятно, что они, что игра адаптируется, потому что здесь должен быть офицеры 4-го. Приятно, что они все-таки адаптировали немного игру, потому что, а вдруг они бы... Представьте, здесь были 4-й левел. Да и не драться бы даже не пришлось, они просто падали от моего взгляда. Кстати, из пистолета тоже можно хэдшотить. Ставить. Остановить! Ничего не выйдет! Когда ходил с тростью, было, кстати, не очень. А вот кукри, я должен сказать, оружие века. Готово. Спасибо вам, ряд, вы мне советовали с ним играть. Помогите! Прошу, умоляю! На помощь! Помогите человеку, бренному телу человеческому! Ладно, уходим.
Не, ну что ж, мы справились, ребят. Было не так сложно, как я. Хотя нет, я вообще думал, что будет легкотня. Учитывая левел. Ну ладно. Не, посмотрим, что там дальше. Ну, как вы думаете, ребят, Махарадж согласится с нами работать? Мне кажется, он сейчас еще поломается, ну, потому что он Махарадж. Ну, и согласится. Иначе как-то... Как-то будет не очень. Курьезный шоп. Есть отлично. Разница между пацифизмом и бездействием. Сколько раз можно повторять? А, вы двое пришли как раз вовремя. Мы не помешали? Прошу, взгляните, ваше высочество. Эти письма, они от меня. Печати сломаны. Мы нашли их в таком виде. Это письмо, которое я написал матери, когда был мальчиком. Где вы нашли эту переписку? В почтовой карете. Тамплиеры умеют задеть за живое. Я думал, что положил этому конец. Но Остинская компания продолжает воровать мою собственность. Вы были правы, и все это дурно пахнет. Сейчас бы согласился. Нам надо действовать. Но без вас мы не справимся. Может и так. Но мне нужно время подумать. А пока не поднимайте шума. Ее Величество не должно узнать об этом. Ладно, ладно. Буду сидеть молча, ниже травы, тише воды. Ура! Максимально! Мне, конечно, эта награда, ребят, вообще ничего не дает. Потому... Ну, кроме денег, на самом деле. А, да, кстати, вот следующая миссия. Но ограбление бедняков будет в следующей серии, ребята. Спасибо вам за просмотр. Просто хочу поставить датчик прогресса. Вообще, сколько там заданий. За Махараджу. Здесь их нет. Они есть тут. Их на самом деле немного. Их вот мы прошли 2, всего их 8. 10. 10 заданий за Махараджу. Хотя я читал, что их 9. Не знаю почему. Ладно, спасибо за просмотр, ребят. Можете ставить лайки. Подписываться на канал. Ждите новые серии. Также смотрите Мя на Твиче. И в следующей серии мы играем за Иви. Пока, ребят.